Здравствуйте, любители и профессионалы кролиководы. Вот тут по просьбе, будем так говорить, многих кролиководов, я решил попоснимать, просят снять моих самок. Вот, как бы, поэтому сейчас покажу у меня, ну не сейчас, а как бы так, с некоторым интервалом покажу агути. Для начала, потом черных. Значит, смотрите, агути, я говорил, у меня 5 линий. Значит, вот это вот король боя от него. Кому интересно, значит, их не папа в прошлом году. На сайте есть он. Как бы все. Вот это от него, девочки. Вот ушко, понятно. Ухо практически 24. Широкое, раскрытое. Сами девчата... 9 за 9 далеко весят, поэтому как бы, ну вот, тут вот я так покажу, сейчас на столе, чтобы было понятно, а потом в клетке вместе с детками, потому что некоторые задают вопрос, вот, держат мясных пород специально для того, чтобы отрезано перекладывать мясным, те выкармливают. Я вам скажу честно, ребята, я этими вещами не пользуюсь и никому не советую, потому что если самка забеременела, окрольчилась, и не кормит или не воспитывает своих деток, то, поверьте мне на слово, воспитает их другая мясная порода, самка. Но вы себе оставите девочек, и они будут точно такими же мамами, как ихняя мама. Понимаете? Поэтому я этого не делаю и вам не советую. Надо оставлять самок тех, которые соответствуют вашим критериям, но они должны соответствовать и материнским качествам. Поэтому вот так вот, вот я как бы сразу говорю, что снимаю без всякой подготовки кроликов, перед съемками не готовлю, как некоторые. Вот. И еще хочу один вопрос поднять. Недавно звонит мне человек, который заказал у меня кроликов, и говорит: Сергей Иванович, а вот там кто-то в Краснодарском крае выставил, значит, кроликов, им 2 там месяца и несколько дней, а кролик, значит, про вес не говорит, но про ухо сказал, значит, ухо у него 22,5 сантиметра. Ребята, ну, все кролиководы, которые держат кроликов, они, наверное, прекрасно поняли, потому что мы тут дискутировали, кому я сказал, те сразу начали смеяться. Вот, то есть, вы представляете, крольчонку 2 месяца, и там 2 или 3 дня, и у него ухо уже 22 сантиметра. Сразу напрашивается вопрос. Я понимаю, что этот кроликовод хочет продавать своих крольчат, все понимаю, но не до такой же степени. То есть, тогда, по его логике, крольчонок у него должен родиться с ухом 10 сантиметров. То есть, сам крольчонок 5-6 сантиметров, а ухо у него сразу уже 10. Ну, так вот получается. Поэтому я не знаю. Вот я сейчас просто к чему. Я сейчас покажу. Вот, вот самка видно, да, практически ухо 24. Самцы по прошлому году все у меня с ухом 24. В этом году все 24, за исключением дрессела, у него 23. Но оно широкое, раскрытое. То есть я к чему? И дети, дети. Ну, вот я сейчас покажу детей. То есть как бы к тому, что, чтобы вы поняли, что, ну, какие они будут. Им, конечно, 2 месяцев еще нет, детям. Но тем не менее, как бы уже слаживается у них структура. Поэтому, как бы, ну, таких я не знаю. Я таких не встречал. Если вы встречали, то покажите или расскажите, у кого вы их таких встречали. Вот, сейчас по поводу самки, ну, наверное, все понятно. Сейчас, значит, что сделаем? Покажем ее в клетке. Вот эта же самка, которую только сейчас вам показывал, она с детками, со своими. Чтобы вы поняли, что вот сама родила, сама кормит. Вот крольчата. Ну, ухо я не замерял, но, ну, сколько? Ну, вот, вот такие ушки у них. Вот они попрятались. Вот такие вот, вот такие вот крольчата. Вот такие у них ушки. Им, конечно, 2 месяцев нет, но я думаю, если им будет 2,5 месяца, то ухо 22,5 у них никак не получится.
Вот как бы. Значит, что хочу еще сказать. Вот видите, две комбикормушки. В одной гранулированный комбикорм, в другую зерно. Бывает, зерно съедает быстрее, чем гранулированный комбикорм. Я не балую крольчат там непонятными вещами. Не прокалываю, не пропаиваю. Сразу объясняю. Я считаю, если полнорационный комбикорм, то всего должно хватать им самим. Без всяких там химий. Я, ну какая химия, я имею в виду. Некоторые там практикуют, колят, витамины там, все остальное. Я, правда, прокалывать не прокалываю, пропаивать тоже не пропаиваю. Ну вот, как бы, вот смотрите, вот, вот мама. Значит, это вот выгули, а то некоторые сейчас скажут, у, что же у них в таких места мало. Вот видите, там вот вьюшечка закрыта, задвижка. Там такой же еще отсек, в котором они находятся вот сейчас. То есть еще столько же. Поэтому место, все нормально. Все хватает. Вот как бы так. Вот я вам показал самку. Это король боя. Это вот мальчик, я говорю, есть на сайте. 25,5 ушка у него было. Весовой папа очень был. Ну и вот это вот конкретно девочка 9800. Вот так вот, чтобы уже если конкретно говорить. Вот конкретно вот это 9800. Поэтому вот она со своими детками кормит. И так оно и должно быть. Ну вот так, все я вам показал, я думаю, понятно.